Пассажирам, которые упали с трапа во время посадки на самолет в Барнаульском аэропорту, выплатили компенсацию. Как нам сообщила в телефонном разговоре одна из пострадавших, деньги за билет вернули практически сразу. Кроме того, людям перечислили страховые выплаты, предусмотренные авиакомпанией, по 220 тысяч рублей. А вот компенсацию за моральный ущерб пассажиры так и не получили. Аэропорт пока не признан виновным и ведется экспертиза, поэтому никаких средств на реабилитацию, которые изначально они обещали, ни моральной компенсации, ничего не готовы платить, пока они не будут признаны виновными. Следователь говорит, что 90%, что будет признано авиапредприятие «Алтай», потому что изначально трап там уже не должен был эксплуатироваться это. Напомним, ЧП произошло 12 февраля. При посадке на московский рейс уральских авиалиний под пассажирами рухнул трап. Как после выяснилось, срок его эксплуатации истек, а перед использованием трап не обследовали на безопасность.